Сегодня на улице Политехнической произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого маршрут на автобус номер 57 допустил столкновение со столбом освещения. Количество пострадавших будет уточнено, однако известно, что количество приближается к 14. Имеются пострадавшие разной степени тяжести. Все доставлены оперативно в лечебное учреждение города Саратова. На месте работают медицинские, спасательные бригады, пожарные в достаточном количестве.